степень ненависти к Кочаряну и Саргсяну недооценили. К сожалению, и во время выборов в этом году, в июне, была такая же ситуация. То есть до тех пор, пока Кочарян и Саркисян будут оставаться в политике, народ будет голосовать за Пашиняна. Народ будет ненавидеть Пашиняна, но будет голосовать за него, потому что будет больше ненавидеть Кочаряна и бояться. Это во-первых. Во-вторых, Кочарян открыто выступил за как бы присоединение Армении к России. Он сказал напрямую об этом и не ответил на вопрос, он является ли противником присоединения Армении к России. Он просто сказал, что у меня нет ответа на этот вопрос. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. До новых встреч! Спасибо за просмотр. Поставьте лайк, и если вы не подписаны на наш канал, то подпишитесь.